вот мы... Анатолий Васильевич. Да, Анатолий Васильевич. Вот мы решили с Владимиром... Это я. ...проехаться осенний марафон сделать. Уже совсем осень, сегодня 1 октября, кстати. Сегодня 1 октября, и хотим проехаться по... Окрестности. Да, ну, в общем, маршрут нас идет, конечная точка – это Баранов лес. Но разными путями. Туда мы едем одной дорогой, через Малюх, через Сплав, через Жилень. А в обратную сторону еще не решили. Посмотрим, что там будет, правда? Ну, будем где-то туда или же через Камень, ну, через Камень навряд ли. Наверное, через Литвинович. Через Литвинович. Ну, посмотрим по ситуации, да? Или же, может быть, через Спащину, только другой дорогой. Сейчас у нас уже, да уже 9 часов, уже не совсем и утро. Поздняком мы что-то выехали. Так что вот по дороге будем вам делать маленькие видеорепортажики. На мотопятках едем. Да, на мотоциклах. Погода благоприятствует сегодня, должно быть солнышко. А вон солнышко из-за деревьев, да. И очень, очень, я думаю, будет. И ветра нет, приятно. Да? Вообще нету ветра, класс. Да. Для октября, правда, конечно, денек место такое. Место выбрали мы тут для съемки немножко, ну вот, поваленные деревья, как бы не совсем, но есть и радость, молодые посадки. Да, вон они, сосенки маленькие поднимаются, да. Так что... Ну что, в путь? Да. Ну да, давай. Привал номер один. Да. А что такое официально? Привал номер один, значит, это Малюх, где мы и говорили остановиться, первый привал. Чайку попить. Мы решили попить чаю и скушать кашки. Каша с курагою. Да классная каша. Овсяная. Овсянка. Да. Поэтому... Для завтрака то, что нужно. Вот так. Ну и перекусим и сразу в путь. Дальше. Да, потому как ехать еще далековато. Ну, да. Тем более дорога пойдет, то мы ехали по трассам больше, да. Там. А сейчас пойдет дорога... Да, все хуже и хуже. Полевая, будет. Полевая, луговая, как бы лесовая. Ну, приятно, хорошо. Погодка шепчет. Сосенки, воздух. Красота. Просто, скажи, да? Просто красота. Солнышко уже высоко. Сделал уже, наверное, часам. Да уже часам к 10. Ну, да. Правильный завтрак туриста выглядит так. Это овсянка, ну, которая быстро приготовление, кипятком залили. И там еще курага. Ну и сверху грецкий орех. Половинки, бабочки. Вот, дорогущие, да? Потому как, ну, все слышали про завтрак туриста, но редко кто-то видит, когда завтрак туриста, не? Жестебанка, в ней грязная вода и какая-то такая хрень, напоминающая какая-то завтрак туриста. Нет, завтрак туриста. Это натуральный завтрак туриста. Самый, что ни на есть, да.
хорошо. Поворот на речке. Там вдалеке сосны. Вот они. Ну, собственно говоря, место называется Верхний сплав. Когда-то этот берег был чисто обрывистый песок такой, чистенький. А сейчас деревья попадали, заросли кустами. Да. И уже, ну, как бы нету той красоты, что было раньше. Хотя... Ну, Толь, ты знаешь, всегда на сплавах деревья всегда валялись под речкой. Всегда. Да. Тут иногда хороший год, так на пол речки топником было все перегорожено. Ну, да. Место зачетное. Да. Классно. Я тут даже щуку ловил. Под той стороной. Да. В лесну когда-то. Речка, интересно, загибается, да? И высокий берег такой, глянь, да, вышина? Вообще тут метров... Ну, метров... Да, наверное, 8. Метров 7-8, да, где-то так. Так, видно будет. Ну и вперемешку лес такой, дубки. Дубки. И дальше сосничок. Ну, тот берег, он такой более-менее равнинный, поэтому там, ну, в основном мусор. Верба, да? Ну, да. Верба, да. Лоза, верба. И луг туда ж пошел там. Да. Там дальше луг. Да, там низина. А тут лес. А тут лес. Да. Вот такой лес, дубы могучие. Кстати, недавно кто-то был. Да. Судя по резине. Ну, тут вообще место людное, относительно людное. Я в том плане, что он мог, он что-то типа руки мыл или что-то. А самое главное, тут дубы. В нашей местности дубов-то не особо. Да. А тут встречаются. Да. Да, речка тут знатной ширины, да, Толь? Ну, да.
такой спуск. В общем, мы доехали, куда мы хотели. Да. Такое место в Барановом лесу. В принципе-то да. Лавка. Народ. Тут в основном не отдыхающие тусят, тут, наверное, в основном лесозаготовители. Ну, или охотники. Или охотники, да. То есть браконьеры даже в лесу нельзя охотить, браконьеры. Да, там место такое облагороженное, и как за отдыхающими кучи мусора нету. Знаешь, как только обычно понаедут с целью алкотуризма. То есть тут или же егеря, или же охотники. Речной простор. Вот широченько тут, да, на излучине, на повороте. Тут вроде как заводь какой, да? Да. Затончик. Поворот реки и... А прикинь, когда было больше воды, насколько тут было шире. Ну да. Еще на ту сторону вода больше. Скажем, да, да, нет, широчень. Нет, доходило, то аж под деревья. Да, да, да. Это же вода подупала. Широчень. Такой сход к речке. Этот сход, кстати, вода пробила. Не, наверное, протоптали. Протоптали? Конечно, тут давно уже, я сколько это, оно давно, оно тут даже был какой-то, по-моему, помостик раньше вот тут. Да вот приватка тут небольшая. Ну, приватка уже, а тут был, я помню, когда-то причалилось тут какой-то такой типа мелкого помостика. Ага. И ступеньки были прорубанные. Ага. А сейчас их просто вот растоптали, растоптали. А, ну может, да. Сплошной песок. Доехались. Полный тупик. Деревья с корнем корчеванные. Что там дальше, то же самое, да, Толик? Причем очень много. И там дальше завалено, завалено. И очень много деревьев заваленных. Поэтому... Без шансов, да? Да, сюда ехать нету смысла. Надо возвращаться назад и искать где-то дорогу чуть-чуть по объезду. Ага. Эта дорога зашла, можно сказать, в тупик. Ну да. То есть, если мы вот берем по объезду, вот, допустим, здесь мы проедем, да? Там еще дальше повалили. Но дальше там завалы, да? Да, все в завалах. Все в завалах. Еще одна стояночка первобытного человека. Вот так вот тут все организовано. В аккуратной опушке леса. Ну, на краю сплавов, да? Да. И тут мы, наверное, сейчас будем разбивать лагерь и готовить кушать. Потому что еще не завтракавшее время. Времени? До половины второго. До второго уже надо. Мы просто немножко, как бы, ну, задачу выполнили, но хотели... сделать еще один маршрут в конце Баранового леса, возле реки Званки, пересечь через луг и выехать на Спощанский лес, там так называемое место Кужелева хата. В общем, проще говоря, мы блуканули, дороги нет. Ну, дорога там очень заросшая, очень плохая, раньше была хорошая, как я помню, а сейчас... Ну, под Барановым лесом была дорога накатанная. Накатанная была. Наверное, это вот эти вот пахари, которые... Нет, это скорее всего потому, что раньше луг косился тут.
и ездило очень много техники, и все оно было прокатано. А сейчас его не косят, и получается, как будто уже... Получается то, что получается. Все заросло, да. Поэтому мы не пробились, но ничего. Вернулись назад немножко и решили остановиться здесь. Толя, давай кушать что-нибудь. Воду с собой не брали. Почти не брали, да? Там компотика чуть-чуть. Поэтому вода с речки. Сейчас будем готовить готовку. И чайник сразу наберем, правда? Да. Вот такое хитрое приспособление. Да? Дабы за собой набрали, не возить. Набрали воды в речке. Ну, можно как бы не в речке, можно в луже, где угодно. Да, где угодно. Качество воды будет влиять только на срок службы фильтра. Фильтра. Понюхай. Ни рыбы, ни жабы, ничего не слышно. Вообще никакого запаха нету. Ну, вообще, да, пахнет просто. Ну, котелком. Да, готовка была там всякая. Поэтому... Отлично. Потому что нам полный не нужен теперь. Ну как, полный не полный. Воды? Да. Так а высыпется это оно? Оно вывалится. Нет, так мы же засыпем, оно займет какую-то... Верь мне, я пробовал. Верю. Вот так выглядит. А, так он вообще... Да, это здесь и картошка, и морковка. Ну, в общем, всяческие овощи. Вода закипела, вкинул, чуть типа... Значит... засыпается в холодную воду. Угу. Значит, вот это на 2 порции, видишь? Угу. И на 1 литр воды. Но опыт показывает, что 1 литра воды бывает маловато. Сильно то есть наваристый, вот этот получается. Вот котел не в этом дело, выкипает. А. И плюс овощи а вот здесь. Он кипеть должен? Значит, он варится 15-20 минут и 15-20 минут настаивается. Вода на газу, не кипящая, холодная вода, только поставленная. Засыпаем в холодную воду и доводим до кипения, кипятим 25-30 минут. Вот сюда мы и бабах. Сразу запахло, слышишь, да? Угу. Прикол, да? Ну, вот, вот в таком виде. Мы будем что добавлять? Ну, мясо добавим. Ну, давай. Давай, пока оно не закипело, добавим сразу сюда продукта. Вот оно мясо. Кролик, да? Да, это кролик. Он у нас готовый. Да. Он готовый, просто мы его как бы добавляем. Для аппетита. Для навара. Для навара, да. Ну, с кролика навар, конечно, гладкие взятки, но все равно хватит. Что, нормально. Как ему прикусывать? Да, как ты сказал. Ну да, здорово. Вот, видишь, сколько оно здесь, оно уже подкипает. Его накрыть крышечкой. Да, 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 сейчас накрываю. Суп снят с огня. Провалился положенное время. Вот такой вид имеет. Ну, честно говоря, по цвету больше похоже на борщ, да? Да, борщ. Ну, написано суп овощной, значит, будем есть суп овощной. Вот, сейчас мы его оставляем. Пускай он понастаивается. И будем дегустировать. Супчик цветоборщика. Да. Анатолий, что вы имеете сказать о вкусовых качествах всего продукта? Ну, скажем, конечно, с домашним сравнить трудно. Но, в принципе, для... Ну, продукта... домашний не варится, да? Так засыпал в кастрюльку из пакета и все вперед, да? Да. Ну, все как бы нормально. Мясо очень как бы... Бодрит. Бодрит, да, присутствие в нем. То есть, похоже на настоящее вообще. Угу. Ну, едабельно, да? В принципе, съедобно. Устал с дороги, тело старое. Воду поставил, кинул и сидишь здесь. Ну да. Хорошо. Ждем кашу. Ну да. Значит, турне наше на сегодня... Подожди, еще нет. К завершению. Еще есть, домой надо ехать. Не, ну мы собираемся вот ехать. Все убрали за собой, почистили, все, что надо, спалили. Бумажки, порядок лучше, чем был до нас. Хотя и было чистенько. Собрали мотоциклы, все зачехлили и собираемся в обратный путь.
Let's go? Да. Ну давай. Вот так, все чистенько, аккуратненько. Мусорить нехорошо. Правда?